Накануне стало известно, что в семье Никиты Михалкова случилось горе. Стало известно о госпитализации Михалкова после аварии, которая случилась накануне. Представитель знаменитой фамилии был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. В семье Никиты Михалкова несчастье. 11 марта стало известно, что внук актера и режиссера общественного деятеля попал в ДТП. Авария произошла в Подмосковье. К сожалению, происшествие было настолько серьезным, что Петру Михалкову потребовалась госпитализация. Само дорожно-транспортное происшествие произошло в окрестностях поселка Петрово-Дальнее Красногорского района, от которого до дома Никиты Сергеевича буквально рукой подать. Инцидент с участием 19-летнего внука мэтра отечественного кинематографа случился в 22:30 в четверг, 10 марта. В больницу Петр попал с сотрясением мозга. С таким же диагнозом в медучреждении оказался и знакомый Михалкова. Имя его источник не уточняет. Однако известно, что юноше всего 17 лет. Петр, сын Степана Михалкова, от его первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой, в отличие от многих своих родных, 19-летний внук Никиты Сергеевича пока что решил не связывать свою жизнь с кинематографом. Он учится в Аранхиз на факультете маркетинга. Вообще Петр уже давно интересуется бизнесом. К примеру, в более юном возрасте он организовал производство кепок с вышитым вручную принтом.